Асар сансар калу дукшару пибимака шутакашо дханкашо сневаван жалати анишам нача индрашча сукам кинчинна сукам чакравартинам сукам масти вирактасья мунере кант живина асар сансар калу дукшару пибимака шутаха кашча дханам кашча сневаван жалати анишам нача индрашча сукам кичин кинчинна сукам чакравартина сукам масти вирактасья мунере канто живина Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сидданто Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Гаудия Гуштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что Ачарья, он посланник Бхагавана, Верховного Господа. Гаудия Гуштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что Ачарья, он представитель, посланник Верховного Господа. На самом деле, Ачарья Садгуру, он дает нам узнать о Вайкунтха Джагате, о мире Вайкунтхи. Он несет послание Вайкунтхи к нам. И вот они несут это послание Вайкунтхи нам. Иногда мы гневаемся, почему Ачарья говорит так жестко. Но мы не знаем, что у Ачарьи нет ответственности за это, поскольку то послание, которое приходит с Вайкунтхи, и обязанность Ачарьи передать его в неизменном виде, и больше ничего он не должен делать. И если это какое-то хорошее послание, то он не просит какие-то деньги за это, или какое-то опасное послание, то тоже мы не имеем права как-то влиять или наказывать на него, поскольку все послания, которые приходят с Вайкунтхи, и те посланники Вайкунтхи, они несут это в неизменном виде. И вот все эти послания мира Вайкунтхи, Садгуру, они говорят нам это Вайкунтха Вани, Чайтанья Вани, Галока Вани, это послание Вайкунтхи, а мы должны только внимательно слушать с настроением служения обусловленные дживы из-за своего пограничного положения. Иногда они выражают желание наслаждаться, обусловленные души из-за своего пограничного положения. Они вот так могут либо на духовный, либо на материальный путь отклониться. И вот мы должны слушать об этом послании Вайкунтхи очень осторожно от гуру и вайшнавов с настроением служения. Если мы сможем предаться лотосным стопам Ачарьи, то тогда, несомненно, мы сможем обрести милость. Нет никакого недостатка милости. Милость, поток милости, он всегда есть, но мы не можем принять его, к сожалению. Много раз, много преданных задавали вопрос Гуру Падпадме, почему мы не обретаем крипы милости. Почему же мы не обретаем милости? Из-за неизвестных оскорблений мы не знаем, когда и как мы совершили оскорбление. И вот эти оскорбления, они принижают нас. Мы хотим наслаждаться гуру и вайшнавами, и мы не хотим служить им. И потому что у нас нет настроения служения, мы находимся перед гуру и вайшнавами, кто-то может выражать, показывать,
то, что они служат как-то, но у нас нет настроения служения, к сожалению, поскольку настоящее... А то есть, если бы у нас было настоящее желание служения, то мы обрели бы милость, иначе это невозможно. И единственная причина то, что мы не хотим служить. Мы находимся перед Гуру Вайшнавами, пытаемся делать вид, что служим, но есть склонность к наслаждению. Мы хотим наслаждаться хорошим именем Гуру Вайшнавов. Мы хотим наслаждаться. Поскольку нет настроения служения, мы хотим как-то злоупотреблять милостью и могуществом Гуру Вайшнавов, и это запросто может стать причиной нашего падения. И мы не сможем обрести милость, если мы хотим наслаждаться Гуру Вайшнавами, их именем, их заботой, их любовью. И вот кто-то хочет выражать какую-то Гуру Севу, занять пост Гуру Дева и захватить собственность Гуру Дева, деньги и прочее все забрать. Но мы не знаем, если кто-то наслаждается хотя бы копейкой, которая принадлежит Гуру Вайшнавам, то Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, и из-за этого мы должны страдать. Материальные воры, обманщики, они когда-то могут получить надежду избавиться от своих грехов, но те, кто берут вещи и что-то принадлежащее Гуру и Вайшнавам, они не могут, никогда не смогут получить прощение, а будут просто деградировать и деградировать, и никто не может спасти их. Шрила Прабхупад говорит, Вайкунтха Ваня, те посланники Вайкунтхи, они могут говорить, а другие люди не могут ничего сказать о послании Вайкунтхи, поскольку у них нет практического опыта. И вот посланники Вайкунтхи, они могут сказать точно то непосредственное послание Вайкунтхи без искажений, но обычные люди, даже преданные, они могут пытаться донести послание Вайкунтхи, но искажают его в процессе. И даже если говорят, то это не может затронуть наше сердце, поскольку у них нет прямого осознания. Если кто-то говорит без осознания того, что говорит, то это не заденет наше сердце, не растопит его. И вот Шрила Прабхупад говорит, что кроме посланников Вайкунтхи никто не может донести идеальным образом это послание Вайкунтхи. И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. Если Чайтья Гуру прольет на нас свою милость, и вот если Чайтья Гуру поддержит нас, то Сиданта, которую он даст нам, она может изменить всю нашу жизнь, например. Например, та же самая Харикатха, какие-то преданные слушали много раз, но в тот день, когда Ачарья говорит, то эта Харикатха, она буквально меняет наши сердца. И что это значит? Значит, это Чайтья Гуру одобрил все это. С помощью Чайтья Гуру мы можем понять, осознать все, а без помощи Чайтья Гуру мы не сможем ничего сделать. Если есть Гуру Крипа, милость Гуру, то... И вот если есть такая полная Гуру Крипа, милость Гуру, если я наслаждаюсь милостью Гуру, то Чайтья Гуру, который находится внутри нашего сердца, он даст нам знать об этом. А если Чайтья Гуру не поддерживает, даже услышав Харикатху,
то мы не можем принять это. Можем сомневаться, выражать какие-то посторонние эти желания, которые скинут нас в океан страданий. Я могу привести один пример. Один разумный человек, он решил уйти из дома. Но колебался, думал, надо ли ему уходить из дома или не надо. Вот думал так, что можно уйти из дома, принять отречение, потом думал, что и дома неплохо живется. И вот однажды он достиг Варанаси. И вот на берегу Ганги он принял омовение, и в то же самое время он услышал, что здесь какой-то самосознавший себя святой, он говорит харикатху. И вот, приняв омовение, он пошел туда, и харикатха уже собиралась начаться, практически началась. И после этого саду, он начал говорить харикатху. И первая шлока была такова. Сукам асти бирактасья мунере канта дживина. One slok, only one slok. И вот он произнес эту шлоку. Осару сансара кулу, осару сансара кулу, дукшаруби бимакаха. Only one slok. И вот он только эту шлоку произнес, и то, что написал Шрила Бхактивинода в своих киртанах, то же самое, эту же шлока в прославлении Шримад Бхагаватам, которую произнес. И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит: понимаете, о чем я говорю? И вот Шрила Бхактивинода Такур говорит: что это за самсара? Это самсара, она подобно какой-то иллюзии. Я просто теряю свое время. Я развил привязанность к самсаре и развил такое наслажденческое настроение. Вайрагья, отречение, это нечто такое. Если мы, она заденет наше сердце, то это отречение, оно проявит свое действие, оно настолько великолепно, что мне не нужно говорить много вещей. Вайраги — это нечто превосходное, что если она в один из дней заденет наше сердце, то мне не нужно много говорить. И вот Гокарна сказал своему отцу Атмадеву: и вот он сказал, ты привязался к самсаре, к материальным вещам, к материальным наслаждениям, но будь осторожен. Ты должен служить чистым Гуру Вайшнавам всем сердцем, не на показ. В шастрах гарантия, дается гарантия, что если мы служим чистым Гуру Вайшнавам всем сердцем, то никакой обусловленности не может быть.
И это решение, это говорится в Бхагаватам. Такое обещание дается там. И вот те грешники, они не могут очистить себя никак. Они могут совершать аскезы, что-то делать, но как же очиститься им? Только с помощью служения чистым. Гуру и Вайшнава они смогут очиститься. О, царь, ты можешь совершать различные аскезы, но они не помогут очиститься тебе. Того уровня чистоты ты все равно не достигнешь. И вот так, как ничто, кроме служения Кришне и его преданным, чистым преданным, их сердца, то есть служение тем, чье сердце и душа полностью посвящены служению Кришне. Если служить таким преданным, то все проблемы, они уйдут. А почему мы не можем этого сделать, поскольку почему мы не получаем должного результата? Потому что в нашем сердце какие-то проблемы, которые препятствуют. А что за проблемы? Это склонность к наслаждению. Кто-то может пытаться на показ как-то служить, но из-за того, что они делают это не искренне, а хотят наслаждаться, то ничего хорошего не получается. И вот все души во всей Вселенной, они стремятся к наслаждению, все, кроме подлинных вайшнавов, кроме тех возвышенных душ. Все обычные души, они так стремятся к наслаждению И вот они хотят наслаждаться и стремятся к объектам своих наслаждений. Только услышав эту шлоку, этот материальный мир, он полон боли. Здесь нет никаких подлинных радостей, а только страдания. И он полон проблем, но мы очарованы. Мы очарованы этой материальной самсарой. И вот этот молодой человек, который услышал эту шлоку, он оставил самсару навсегда. Услышав только эту шлоку, он вдохновился и принял течение. И никогда не вернулся в свой прежний ашрам домой. А почему с нами не происходит такого? Потому что мы осознанно или неосознанно совершаем оскорбление. Если мы хотим наслаждаться гуру и вайшнавами, их репутацией, их положением, то мы окажемся в проблемах и никогда не сможем стать успешными. Вчера я говорил о И вот вчера я говорил о том, что в Шримад Бхагаватам Махапуране в 11 части Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве, и там он говорит
И вот он приводит пример, как два сухих куска дерева, если их тереть друг об друга, и вот если так тереть эти два бревна друг от друга, то в итоге они загорятся, и эти два бревна не олицетворяют ачарью, учителя, гуру и ученика. То есть, причем такого ачарью, который следует всему тому, о чем он говорит. И также, если вы хотите осознать всю харикатху, вы должны следовать всему идеальному поведению. Те, кто следует вайшнавскому этикету, вы должны знать, что и как делать. Если вы следуете всему, то тогда вы сможете осознать харикатху, иначе харикатха, она не задержится в вашем сердце. Как слепой Дхритараштра говорит, он говорит Видуре. Видура, он мантри, он министр, так много наставлений дал мне. Очень прекрасные наставления. И вот этот слепой Дхритараштра говорит, я знаю, что ты говоришь все правильно, это дхарма, ты говоришь совершенные вещи, но что делать? Я очень слаб, я не могу понять то, что ты говоришь. Я знаю, что это хорошо и правильно, но не могу этому следовать. И вот такие эти плохие люди, те, у кого нет достаточно духовной силы читбола, то для них очень сложно принять, осознать и исследовать все харикатхи. Они могут превратно понять, превратно объяснять и не следовать. И вот Кришна говорит, ачарья может говорить великолепную харикатху перед своими последователями. И эта харикатха, она может зажечь огонь в их сердцах. Правачан харикатха. И вот внезапно, как искра, если она попадает в какое-то воспламеняющееся вещество, оно сразу воспламеняется, и большой огонь получается. Я много раз говорил, чидатма, душа, она чинмой, она гьянамой, она имеет качество знания, видья, авидья. Бхагаван говорит, видья, авидья, они обе там, внутри сердца, души, дживатма. С незапамятных времен они там. Когда видья там, то авидьи нету. Авидья не может находиться там. Майя. Если в один день вайрагья, она осветит наше сердце, то тогда вы осознаете то, о чем я говорил. Именно тогда, когда получите милость вайрагью, полного отречения. Вайраги – это рас, Радхарани, она наиотреченнейшая из всех, такого отречения, которое есть в Радхаране, его нигде не найти. Даже внутри Кришны нет такого отречения, которое есть в Радхаране. Как же это понять?
наивысшее отречение, оно находится внутри Радхарани. Шри Чайтанья Махапрабху не каждый может понять. Вайраги, она подобна расе. Но кто-то может сказать, что я не привык жить так, так или иначе. Но если вы стали вайшнавом, нужно забыть о прошлом. У вас нет права говорить об этом. Смотрите, вы слушаете харикатху, служите гуру вайшнавам, как вы можете говорить, что привыкли к чему-то или не привыкли. И вот это очень важные вещи. Гуру и вайшнавы, чистые гуру и вайшнавы, они хотят вести нас должным образом. Они хотят контролировать наш беспокойный ум, но мы чувствуем себя неудобно, какие-то проблемы испытываем. Что же делать? Вчера я говорил о том, как избежать материальных наслаждений. Если вы пытаетесь все свои силы прикладывать к тому, чтобы избежать наслаждений, то не каждый сможет. Никакая обусловленная душа не может стать успешной из-за своих собственных попыток, только по милости гуру и вайшнавов. Без милости саду гуру вайшнавов мы не можем избавиться от майи. Мы не сможем избавиться от майи, это невозможно. Вчера я приводил такой аргумент, как различные политические лидеры, они дурят нас. Вчера с шестой песни Бхагаватам я говорил эту шлоку. Любой, кто ест такую сатвическую пищу, и в Гите также говорится сатвикахар, есть, то есть такая диета сатвическая, тамасическая и раджасическая. И вот Бхагаван Шри Кришна объясняет в Гите, как понять, что-то сатвичное. Конечно, все мы заняты, должны думать о прасаде, а не о каких-то гунах, но все же в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если мы едим только благостную пищу, то она освободит нас от всяких проблем, в то время как раджасическая, тамасическая только принесет проблемы. И вот те, кто ест только сатвическую еду, болезни в его теле не будет. Вероятность того, что они возникнут, очень мала, в то время как те болезни, которые уже были, они уйдут. И вот если он следует всем правилам и предписаниям, и вот мы должны следовать своей садхане, рано с утра просыпаться, принимать омовение, ставить тилаки, повторять мантры Аник Гайтри. И вот те, кто следует всем правилам и предписаниям, они, несомненно, те, кто следует всем строгим правилам и предписаниям на пути своего баджана, такой человек, несомненно, сможет обрести качество
для обретения таттва-гьяны. В итоге человек такой обретет таттва-гьяну. И вот после многих аргументов сейчас я хочу сказать о важных вещах из Шримад Бхагаватам Махапурана, 9 песня, 9 часть, 14 шлока. Вчера я говорил об этом. И кто-то думает, что если получит объекты своего наслаждения и будет наслаждаться с какими-то материальными вещами, то будет удовлетворен. Но это неправильно. Наше материальное наслаждение, оно никогда не даст нам подлинного удовлетворения, поскольку все наши органы чувств и наш материальный ум, он хочет чего-то, он не удовлетворен. И вот вчера я говорил, и вот подобно тому, как огонь. Вот как огонь, если он разгорелся, его нельзя остановить и положить куда-то. Он будет гореть, особенно если вы добавите дров в огонь, то он будет больше и больше разгораться. И также, если вы пытаетесь наслаждать свои органы чувств, это подобно добавлению дров или горючего в огонь. И надеяться, что все это пройдет, это глупо. И вот с помощью наслаждения мы никогда не сможем достичь удовлетворения. И вот если мы хотим обрести дивигьян, таттва-гьян, если мы хотим развить осознание, чтобы достичь чего-то высшего, то тогда, несомненно, мы должны принять прибежище у лотосных стоп подлинного духовного учителя, гуру и вайшнавов. Нет никакого другого пути. Даже если вы приняли прибежище у гуру лицемера, то вчера я говорил, нужно оставить такого и принять подлинного гуру. Если вы приняли прибежище у невайшнава, который ходит в вайшнавской одежде, то вы должны оставить такого гуру и прийти к подлинному садгуру, чтобы принять прибежище у него, иначе вы не сможете достичь успеха. Это не так просто. Я уже вчера говорил, что те, кто не вайшнавы, не совершенные вайшнавы, если мы принимаем мантру от них, получаем посвящение от них, то в итоге попадем в ад. И с помощью мантры, которую мы получили от обусловленной души, то вы попадете только в ад. В шастрах говорится, что вы только в ад попадете, ничего хорошего не достигнете. И что же делать?
нужно опять принять прибежище у лотосных стоп подлинного, подлинного вайшнава, подлинного гуру. Нет другого пути. Конечно, если вы хотите опуститься на какой-то низкий уровень, как жить как животное, то не нужно мне следовать. Можете есть что угодно, заниматься чем попало, что я могу сделать. А если вы хотите, то есть если просто хотите опуститься на уровень животного, можете делать что хотите, поскольку каждый волен делать то, что хочет. Если кто-то хочет деградировать, то это его дело. И вот, если у нас есть здравый смысл, и мы подумаем, что если не будем совершать баджан, но и то какие-то невегетарианские вещи их не стоит есть. Я вот вчера приводил примеры, великие философы, ученые, они многие, если не все вегетарианцы, если есть хотя бы здравый смысл, то мы не будем есть какие-то грязные, невегетарианские вещи. Но с помощью общения с гуру вайшнавами наша жизнь может полностью измениться. И вот говорится, что корень Кришна-бхакти – это саду-санга. И во второй строке говорится, что корень Кришна-бхакти, причина Кришна-бхакти – это саду-санга. И вот, чтобы обрести Кришна-прему, это главное, без чего мы не сможем обрести Кришна-прему. Мы должны понять значение саду-санги. Если мы физически или в уме совершаем асатсангу, то никогда мы не сможем стать успешными. Непрерывная саду-санга должна происходить. Баджан — это не шутка, не шутки. Мы должны непрерывно совершать саду-сангу. И вот, если вы не совершаете совершенный саду-санги, как же вы И вот вы должны подумать снова и снова, как то есть обусловленные души, их без и вот наш скверный ум, он всегда хочет найти какие-то оправдания, благодаря которым может заниматься удовлетворением чувств. Their crazy, fanciful, dirty, material mind always want to get, always searching. They want to get some support or excuse on the basis of which they can do all rubbish. Free sexual enjoyment, free, meat, fees. И вот какие-то люди
находят в Писаниях подтверждение своим слабостям, такие как свободные сексуальные отношения, поедание плоти и распитие, и прием всяких одурманивающих веществ. Но даже просто люди со здравым смыслом не могут это одобрить. А что говорить о каких-то духовных личностях? И кто-то говорит, что Иисус Христос одобрял поедание мяса и распитие вина, то как это противоречит здравому смыслу и вообще чему-то духовному? И вот, но таким образом люди никогда не могут получить удовлетворение. Мы должны взглянуть внутрь нашего сердца. Мы смотрим на какие-то посторонние вещи, пракрити. Она Это пракрити, природа, она показывает нам различные прекрасные вещи, а мы, как мотыльки, летим на огонь, на все это и помираем, сгораем в этом огне. Но мы не знаем, что таким образом удовлетворение никогда не достичь. Блаженство, радость, оно уже внутри нашего сердца. Мы должны посмотреть внутрь нашего сердца, а не снаружи. Если мы даже будем пытаться даже если мы будем пытаться наслаждать свои чувства бесконечное число времени, то и то не достигнем удовлетворения. Мы не будем... Наши органы чувств не будут насыщены, как подобно тому, что нельзя потушить огонь горючим дровами или там бензином, керосином, маслом, то это все будет гореть. И также удовлетворить свои органы чувств с помощью объектов этих органов чувств невозможно. И вот, смотрите, смотрите, в другой шлоке. Умиротворение ума не так просто достичь. Наша склонность к наслаждению, оно никогда не удовлетворит нас. Если мы сможем посвятить все Ришикеша, Шрила Бхарти Махарадж часто говорил. И вот, если мы сможем посвятить все Господу Ришикешу, Говинде, Садгуру, если мы все посвятим Садгуру, то все автоматически дойдет к Говинде. И тогда, и только тогда, когда мы посвятим все Верховному Господу, тогда мы обретем блаженство. И также другая шлока из Шримад Бхагавата Махапурани, из 9-й песни также. И вот после есть другая шлока из этой же песни Бхагаватам, 19 и 20. И вот там говорится: Шамо дриштес тада пунсаха сарваха сукхамая дишаха. Jada, jada means when.
Джада значит когда? Когда кто-то может оставить свой антагонизм, не антагонизм, а склонность к насилию к другим живым существам, когда он примет принципы ненасилия в адрес всех живых существ, то тогда мы сможем обрести удовлетворение, и тогда мы сможем обрести беспристрастное видение, поскольку наш гнев, вожделение, они появляются в адрес каких-то материальных вещей. И вот в Гите Бхагаван говорит, кама, кродха, лобха, и это все наши враги. И когда мы сможем оставить все и будем следовать принципам ненасилия в адрес всех живых существ, в читании Читамрите говорится, что мы не должны причинять беспокойство никому. И вот в читании Читамрите говорится, что любые прани, дживы, мы не можем убивать их. У нас нет права. И вот говорится, если мы следуем принципам ненасилия, если у нас есть беспристрастность, что значит беспристрастность? Равная. И, то есть мы должны видеть Кришну в сердце каждого. И когда мы сможем видеть Бхагавана внутри всех, внутри каждого сердца, то это будет подлинная беспристрастность, и мы не будем страдать от почет от того, что кто-то уважает нас или презирает, от того, что мы получаем прибыль или какие-то материальные убытки, мы будем беспристрастно относиться ко всему. Как Удав Махарадж может видеть Кришну в сердце Дурьотханы, когда Удав Махарадж, он встретился с Дурьотханой, и вот Удав, когда встретился с Дурьотханой, он поклонился ему. Хотя Дурьотхан вроде негодяй, весь такой плохой человек, а Удав поклонился ему, поскольку в сердце Дурьотханы Кришна также, Кришна в каждом сердце, и Удав, он клонился Кришне, который пребывает в сердце Дурьотханы. Вся моя харикатха – это шраутавани. Вся моя харикатха – это шраутавани. Вайкунтхавани, шраутавани. Я никогда не говорил ничего от себя. Вся моя харикатха – это шраутавани. И каждое слово, оно очень важно. И несет в себе глубинное значение, но без милости это нельзя понять и осознать. И также есть вероятность превратно понять меня.
И кто-то пытается объяснять это неправильное, поэтому я прошу вас, получите достаточно милости, крипы от гуру и вайшнавов, чтобы осознать Харикатху должным образом. Чистые гуру вайшнавы, они всегда готовы пролить милость на нас, но из-за отсутствия искренности, и настроение служения, и также из-за недостатка смирения мы не можем обрести милость от гуру вайшнавов. Бесполезные сухие аргументы, они не могут помочь нам достичь уровня самосознания. Но с другой стороны, эти сухие аргументы, они могут сбросить нас в океан страданий навсегда. Будьте осторожны, пытайтесь понять то, что я хочу сказать через мою харикатху, которую, когда я говорил о том, вот я говорил о том, как Иисус был убит. Пытайтесь понять какие-то выводы из этого, то, о чем я хочу сказать через мою харикатху. Когда я говорил об этом, о том, как Иисус Христос был убит, то, каким образом он был убит, это очень такой болезненный способ. Но все же это удивительно, что он молился Верховному Господу ради их блага, ради тех, кто убил его. И вот он молился лотосным стопам Верховного Господа, чтобы тот простил его, простил их. И вот он молился лотосным стопам Верховного Господа, чтобы о их прощении. И это очень важное, то, что вы не можете понять. И вот это сокровенный вайшнава даршан. Просто я хочу сказать то, что это уникальное. Это уникальное настроение. И вот я хочу сказать, что такое качество всепрощения, оно очень редко, и далеко не каждый может иметь его. Такое терпение, такое смирение, оно невозможно для обычного человека. Даже более чем невозможно. Это очень и очень редко, и такие качества, они могут быть только в жизни великого вайшнава, как Намачарья Шрила Харидас Такура. Об этом я хотел сказать. Такое смирение, такое терпение, такое всепрощение, оно невозможно. Или я хочу сказать, что это это невозможно, и это может быть найдено в жизни великого вайшнава, как Шрила Намачарья Харидас Такур. Его избили на 22 базарных площадях.
И вот эти мусульманские полицейские сбили его на 22 базарных площадях. И вот местный этот начальник, он, этот царек Бенгала Хусейн Шах, он приказал, чтобы они избили его на 22 базарных площадях, и вот они пытались его бить в Калне. И вот Ашрила Намачарья Харидас Тхакур, он молился о их благе, и также он молился Верховному Господу, чтобы тот простил их. И вот он вел себя так же, как такое же поведение можно найти в жизни Иисуса. Я показывал похожесть этих двух ачарий случаев. И вот, смотрите. Когда Иисус был убит, и когда эти мусульмане, они тоже хотели убить Харидаса, когда они били его на 22 базарных площадях, я показывал похожесть этих двух случаев, какое великое терпение. И вот хотя внешне он не был вайшнавом, я знаю, Иисус не был вайшнавом. Но Вриндаван Дас Тхакур говорит, что все дживы, они вайшнавы. Они могут признать это сейчас или не признать это, не столь важно, поскольку по природе они вайшнавы. Все дживы, Вриндаван Дас Тхакур говорит в Шри Чайтанья Бхагавате, что все дживы, они вайшнавы, поскольку они изошли от Вишну, и поэтому они вайшнавы. И осознанно или неосознанно кто-то знает, кто-то осознает, кто-то неосознанно служит Вишну, кто-то служит Майе, но Майя, она изошла из Бхагавана, это тоже часть Вишну. И так люди не прямо, а косвенно служат Вишну, хотя внешне служат материальные самсари. И таким образом, все и каждый, они заняты в служении Кришне, осознанно или неосознанно, занимаются прямой севой или косвенной. Обусловленная душа не может прямое служение совершать, поэтому служит Вишну через служение его Майе. И вот, хотя внешне он не был вайшнавом, но все же признаки, качества, хотя Иисус не был вайшнавом, но все же внутри его внутренние качества показывают качество вайшнава. Махапрабху говорит, вот эту шлоку, и Шрила Бхактивинода Тхакур также в Бхаджан Рахаси, он пишет такие слова, что дерево, оно не будет спросить нас о воде или еще о чем-то. И когда мы рубим или пилим дерево, дерево не будет возмущаться и не будет спорить и ругать нас. Оно просто молча терпит.
Как деревья, когда кто-то рубит дерево, дерево молчит. Или когда нет воды долгое время, дерево может страдать от жажды, но не будет просить кого-то, чтобы его полили водой. Если человек что-то берет от дерева, то дерево, оно не возмущается, не говорит, что не даст что-то. Дерево, оно дает все нам. Бхагаван Шри Кришна говорит своим друзьям во Вриндаване. Жизнь деревьев, она посвящена благу всех других живых существ. Деревья, реки, они живут для других, они не просят ничего взамен. Мы должны быть более терпеливы, чем дерево. И Шрила Бхактивинода Тхакур в Киртане пишет. Деревья защищают нас от солнца, дают нам дают плоды, листья, цветы, но взамен ничего не просят. Я могу примеров несколько привести, через которые мы поймем то, что я хочу сказать. И вот хотя внешне он не был вайшнавом, но все же внутри признаки показывают его его качество вайшнавизма, как Шанкарачарья. Он полностью вайшнав, но внешне не похож. Он майяваду проповедует. Мы не можем следовать Шанкарачарье. Шанкарачарье, он Шанкар. Шанкараха, Сакшат, Шанкараха. Но мы не можем ему следовать, поскольку Шанкар, он проповедует майяваду, но внешне Шанкар Бхагаван имеет тамасическую грязную одежду, натирается пеплом от трупов. Мы не следуем Шанкару. Но мы следуем его вайшнавским качествам. То есть прямо мы не можем ему следовать, но косвенно можем, как вайшнаву, когда он носит шкуру чью-то, живет с ведьмами, обтирается пеплом от трупов. Мы не можем это делать, а наш Шанкар – это вайшнав. Внешне он тамасическую форму проявляет, но внутри он садашива. Садашива – это вишну-татва. И вот что я хотел сказать, что признаки, которые можно видеть внутри сердца Иисуса, это не так просто. Ради какой-то особой цели он пришел в этот материальный мир, в этой форме, чтобы проповедовать и распространить христианство. И вот он пришел ради этой цели,
чтобы проповедовать и вот, распространить христианство с помощью Библии, которая была в то время. Но сейчас, конечно, Библии переписывают, в каждой стране десятки версий, но в той изначальной Библии ничего плохого не было. То, что потом дописывают, это уже другая история. Есть много бесчисленных случаев. Я еще один пример приведу. Здесь, в Шантипуре, есть одно место, Пхулия называется. И вот Пхулия – это место, где Харидас Такур совершал свой баджан. И наш намачарья Харидас Такур, он совершал баджан на берегу Ганги в этой пещере. И наш Шантипур Натх Адвайта Гасай, он кормил его прасадом каждый день. И этот Шантипур, это в этой Пхули, в Шантипуре был один царь. И вот там был могущественный царь. Этот царь был Шакта. Шакта, вы знаете, Шакта. Не Вайшнав, а Шакта. Это Дурги поклонялся. И вот он начал сомневаться в тех вещах, которые в Рамайне написаны. И вот он занял одного поэта. Киртивас Оджа звали его. Очень знаменитый. И вот он занял этого поэта, чтобы тот Рамайну заново написал. Хотя Рамайна уже была написана в Валмике. И после этого, по желанию Бхагавана, Туласидас опять составил очень прекрасным образом. Не на санскрите, а на... На другом языке он написал. И вот Туласидасджи, он в прежней жизни был в Валмике, а сейчас он прекрасным образом составил Рамаину, чтобы даже деревенские жители поняли. И вот царь занял этого писателя Киртибас Боджу, чтобы тот написал Рамаину заново и чтобы там написал то, что не было в изначальной. И вот он хотел, чтобы тот написал, что Рамачандра, когда проходил Рамешваром, какие-то скверные люди, скверные эти значения извлекают, но вот, вот когда он проходил Рамешваром, там, когда Рамачандра хотел перейти через океан и достичь Ланки, чтобы убить Равану, но этот поэт написал, что Рамачандра, когда он пересек океан, он поклонялся Дурге. Вот он хотел, чтобы тот написал, чтобы он написал, что Рамачандра поклонялся Дурге, предлагал ей цветы и прочее. Но Рамачандра, он Верховный Господь. Зачем? А Дурга это Шакти. Зачем ему поклоняться Дурге, понимаете? Рамачандра, он Верховный Господь. Шакти, он всегда под его контролем. Если Рамачандра, он был бы, если он контролируется Шакти, то это вопрос любви просто. И вот благодаря любви Кришна может быть контролируем своими преданными. А тот хотел написать, что Рамачандра поклонялся Дурге, 108 лотосов ей предлагал, и Дурга недовольна всегда была, то, что лотоса не хватало. Thank you.
И вот он хотел, чтобы тот написал, чтобы Рамачандра стрелой выковырил свой глаз и предложил Дурге в качестве лотоса. И вот этот очень человек хотел, чтобы это в Рамаяне все написали. И много таких случаев. Шрила Прабхупад говорит, какие-то нежелательные люди пишут киртаны. И проповедуют, что этот киртан написан Лочандас Такуром или другими великими вайшнавами. Всегда можно видеть много всяких этих. То, что написано Кави Калидасом, знаменитый материальный поэт, он получил милость Сарасвати, но ученые вот говорят, что то, что написал Калидас, там какие-то особенности есть. А еще есть, что какие-то люди пишут с какой-то отсебятину и выставляют это за то, что написано каким-то великим поэтом. И после смерти этого поэта часто публикуют. И, к сожалению, это в этом материальном мире часто так происходит. Люди, чтобы получить славу, почести, они идут на такие вещи. Даже в Коране много чего дописывают. Люди глупые, не знают, что раньше было, что сейчас. И вот смотрите. Я показал похожесть случаев Харидас Такура и Иисуса. И вот таким образом, смотрите, для особой цели он пришел в этот материальный мир в этой форме, чтобы проповедовать и установить христианство с помощью Библии, но той изначальной Библии, а не в то, что она сейчас превратилась. И я могу много свидетельств привести с различных источников, что Библию переписывал все, кому не лень. Завтра я буду говорить об этом более подробно. Он хотел что-то дописать новое. В частности, написал туда, что Иисус ел мясо, вино пил, и даже философы, обычные такие этические сильные люди, они не одобряют этого, как можно ожидать, что какой-то духовный лидер, как Иисус, был не вегетарианцем и пьяницей, как это возможно? Да и же как Шанкарачарья, вот смотрите, сам Шанкара Бхагаван, но все равно пришел в форме Шанкарачарьи. Он проповедовал Майаваду. Но мы знаем, что хотя он был вынужден основать Майаваду, но опять же мы не следуем его майавадскому учению. Шанкарачарья пришел, чтобы проповедовать Майаваду, но все же тогда это было очень важно и срочно, поэтому Шанкарачарья пришел, поскольку буддисты, они много беспокойств приносили, поэтому Шанкарачарья пришел и хотел, он хотел защитить Веды,
Он сначала проповедовал Майваду по указанию Верховного Господа, но, по крайней мере, он, а еще он Веданту держал перед собой, прикрывался Ведантой. И таким образом он как-то защитил эту веданту, хинду культуру. И вот согласно времени и обстоятельствам, это было очень срочно и важно, Шанкарачарья пришел, чтобы защитить веды и веданту. Я никогда не говорил, то, что Иисус, что Он Шакти Веша Аватара. Я никогда не говорил, что Он Шакти Веша Аватара. Без свидетельств из авторитетных писаний я не могу сказать, что он Шакти Веша Аватара, но была какая-то особая сила в нем, без которой такая массивная проповедь не могла случиться. И вот сейчас суть в том, как. И вот смотрите, пытайтесь понять. И вот суть в том, как существование дня и ночи, the coexistence of hot and cold impossible. Similarly, without existence, without exact Vaishnavism. Similarly, without exact Vaishnavism, that kind of extreme tolerance power is quite impossible. This kind of enduring power, this kind of excusing mood. И вот без и вот что я хочу сказать, что у него были качества вайшнавов, такие как ненасилие, все прощения. То есть, смотрите, эти два качества одновременно не могут быть. То есть, качество вайшнава и противоположные качества не могут быть одновременно. Шанкарачарья, он был вайшнавом, хотя действовал как майвади, он проповедовал майваду. Но все его другие писания подтверждают, что он вайшнав. Он написал, например, Баджа Говиндам эту поэму. И вот сейчас вы должны решить то, что я хочу прояснить. Если подумать, следовать принципам обычной логики, то, что если А равно Б, если Б равно С, если С равно Д, то А должно быть равно Д. И это вот простая логика такая. И таким образом я могу доказать на 100%, что он, несомненно, он никогда не одобрял поедание мяса, рыбы, распитие вина и прочего. He was never in favor of the approval
of eating fish, meat or wine, etc., all dirty things, which is strictly prohibited. И это все запрещено на пути подлинной человечности. Я не говорю даже о каких-то общечеловеческих, то есть я просто говорю о каких-то об обычных человеческих качествах. Мы знаем учение Шримана Махапрабху. Шикшаштаки говорится, каждый должен быть более смирен, чем травинка, более терпелив, чем дерево. Он должен выражать почтение другим, чтобы обрести качество для подлинного и вот имя Бхагавана, его качество, его красота, лила, дама, парикары, спутники, все это трансцендентно, все окружение Бхагавана трансцендентно, нематериально. И вот смотрите, чтобы воспеть все его качества, всю его славу, каждый должен обрести эти качества. И вот мы должны обрести качество, которое позволит нам воспеть славу трансцендентного Бхагавана. Мы должны стать вайшнавами, подлинными вайшнавами, и тогда мы сможем по-настоящему воспеть славу Верховного Господа только и только в... Только в великом вайшнаве могут быть такие качества, и также другие. И вот то, что сказал из Санатана Шикши, которое описывается в Шри Чайтанья Чаритамрите, также есть такие слова, смотрите. И Махапрабху также цитировал это из Сканда Пураны. А я в Шри Чайтанья Чаритамрите нашел учение Шримана Махапрабху. И вот я говорю, Махапрабху говорил о ненасилии. Of a very cruel hunter. Mahaprabhu was given. И вот Махапрабху, он пример привел из Сканда Пураны, чтобы прояснить это, что не насилие. Mahaprabhu speaking about the non-balanced mood of a very cruel hunter after taking non-balanced. И вот Махапрабху приводит пример, что когда какой-то очень жестокий охотник, он встретил Нараду, то Нарада смог изменить его, и все его насилие, все жестокость, все пропало после принятия Харинама от Нарады. И вот Нарада шел на омовение в сторону Аллахабада, к Тривени, на слияние трех рек Ганги, Ямуны и Сарасвати. И Нарада встретился с одним этим охотником, он был очень жесток.
И вот по пути к Тривине Нарада видел много убитых животных, наполовину убитых причем. И в итоге Нарада увидел, что какой-то охотник там орет, что ты пришел сюда. Нарада посмотрел, спросил, что случилось, почему ты тут ходишь, я тут охочусь. Я вот целился и из-за тебя не попал по цели. О, ты тот самый, кто убивает невинных животных. Да, я убиваю. Нарада сказал, я хочу попросить тебя, а что тебе надо? Нужна шкура тигра или оленя, приходи, я отдам. Нет, не хочу никаких шкур. Я хочу попросить тебя. И что же это? Если ты убиваешь кого-то, какое-то животное, полностью убивай, не надо наполовину. Оно ж мучается. А почему? Тебе какое дело? Полностью убиваю кого-то или наполовину? А охотник сказал, что это мой отец научил меня, и когда они мучаются в агонии, я радуюсь. А Нарада сказал, ну смотри, моя просьба в том, что ты если убиваешь, то полностью убиваешь, чтобы они не мучились. А смотри, ты убиваешь этих животных, и все эти животные, они будут убивать тебя в будущем. Знаешь ли ты об этом, как работает карма? И вот из Бхагаватам я также приводил примеры. И вот, если кто-то ест, убивает каких-то живых существ и поедает их плоть, то в следующей жизни он вынужден будет принять всю боль, которую он причинил им. И эти животные жизнь за жизнью будут также убивать его. И охотник сказал, я совершил так много грехов, как же мне избавиться от их последствий, если какой-то путь, да, есть, ты должен сломать свои лук и стрелы. Как, если я сломаю, то что я буду есть? Это мой заработок. Ну что ж, я дам тебе все. Не беспокойся, иди, сломай свой лук и стрелы. Прими омовение в Ганге и с женой приходи ко мне. Я дам тебе харинам. Ты построишь хижину здесь. И будешь находиться там, повторять харинам. А просад, еду я пошлю тебе. Я пошлю тебе все. И вот, согласно Нараде, Нарада, он изменил сердце этого охотника. И вот тот пошел, принял омовение в Ганге, и Нарада дал ему харинам и дал наставление, находи здесь, построй хижину, построй баджан-кутир и занимайся с баджаном. И потом, через какое-то время, Нарада с Парват Муни, он проходил той же дорогой. Этот охотник увидел, что Нарада, его гуру, пришел опять. Он выбежал из баджан-кутира, чтобы поклониться, но увидел, что какие-то насекомые на дороге. И вот он своей одеждой начал подметать, чтобы не убить никого в процессе того, как он кланяется. Вот он, когда он очистил это место и поклонился тогда, и Парват спросил про него, и тот сказал, что это мой ученик. И Нарада сказал,
И вот Нарада сказал, что это естественно, что этот вот убийца, охотник, который убивал тысячи живых существ, и сейчас он же, он, смотри, он не может даже муравья убить. Смотри, что с ним случилось, поскольку он осознал, что каждое живое существо, это в каждом живом существе душа Бхагавана находится внутри. Он стал беспристрастным, он чувствует, что Бхагаван везде, и чувствует, что не может причинить боли никакому живому существу, даже насекомым, муравьям. И вот Нарада говорит, и вот читание Чайтамрити говорится, Нарада говорит, и что имеется в виду, Нарада говорит этому охотнику. О, охотник, это не насилие, которое проявилось в тебе сейчас. Это не странно, это естественно. О, охотник, это не насилие, которое проявилось в тебе сейчас. Это в этом нет ничего странного. Это естественно. Поскольку те, кто заняты в Харибаджане, они никогда не приносят боли другим. Я могу много примеров принести, даже из Библии могу показать, чтобы опровергнуть такие неправильные мысли, что Иисус ел мясо, и Мухаммед ел, и вино они пили, и все остальное. В изначальных писаниях такого не написано. Если человек просто каким-то человеческим принципам не следует, как можно думать, что он чему-то духовному будет следовать? Еще один пример из Библии могу привести, и на сегодня остановлюсь. Однажды одна женщина, очень прекрасная, и вот эти деревенские жители били ее камнями, пытались закидать. Тут Иисус мимо проходил. И вот он сказал, не бей ее, что делаешь? Чего делаете? Зачем бьете ее? И эти деревенские жители сказали, что там здесь сделала не то какой-то, характер у нее плохой, вот и бьем поэтому. Иисус сказал, остановитесь. Кто среди вас абсолютно безгрешен? Можете ли вы показать, что за всю свою жизнь не совершили ни единого греха, и вот такому человеку я позволю убить ее, иначе на себя посмотрите. Это пример из Библии. И другой еще, что настоящий духовный учитель, как вот один этот маленький мальчик, он не может ходить. Он
общем, этот инвалид какой-то может сидеть у окна, смотреть, как другие дети играют, но Иисус мимо проходил его деревни и посмотрел, вот, что этот мальчик очень прекрасен, и плакал, поскольку не мог ходить. Иисус спросил, что ж ты плачешь, я вот не могу играть здесь с детьми, не могу ходить, инвалид я, но ноги отказали. А также у него со зрением что-то было, не со зрением, а холм был перед горой и заслонял с собой то место, где дети играли. И Иисус сказал, ты можешь помолиться Верховному Господу. И тогда Верховный Господь, Он уберет это препятствие. И вот ты помолись Господу, и Он уберет это препятствие. О, Господь, скажи, помолись Ему, о, Господь, пожалуйста, забери этот холм с моего пути, чтобы я мог видеть, как играют дети. И вот этот мальчик начал молиться, о, Верховный Господь, пожалуйста, забери это, убери этот холм отсюда, чтобы мог видеть все. И потом он сказал Иисусу, я уже помолился, но это холм не уходит. Иисус сказал, скажи на 100%. Когда ты молился Верховному Господу, скажи без сомнений и не скрывая ничего. Думал ли ты в процессе своей молитвы о том, что невозможно, чтобы Господь убрал это препятствие? И вот он ответил, ты не молился с полной искренностью. Из-за того, что у тебя много сомнений было, поэтому холм остался. Смотри, сейчас я помолюсь. И вот он начал молиться, и эта гора, она ушла. Смотрите, Расикананда Прабху. Зубы чистил деревянной палочкой, нимовой щетка такая, и вот там был какой-то мусульманин, который каких-то совершенств достиг, на тигре ездил, и вот он, восседая на тигре, приехал, он хотел показать какие-то чудеса Расикананде. И Расикананда, что он сделал? Можете засмеяться. И Расикананда, и вот Расикананда начал летать на камне, на котором сидел. Это здоровенный камень был. И вот такие совершенства тоже могут быть у вайшнавов. И с Махапрабху также какой-то человек пытался подшутить, но был наказан. И так много примеров. Даже царь какой-то был, который хотел Библию переписать, чтобы... If I'm going to open the screen,
Обусловленные души хотят найти оправдание своим недостаткам, поэтому принимают какое-то христианство, где можно заниматься всякими грехами, потом платить за индульгенцию и все. Но у таких людей даже здравого смысла нет, как правило. И вот, то есть они разрешают и одобряют любые грехи и под этим видом набирают как можно больше последователей. Но если кто-то следует таким религиям, то какое благо он получит в своей жизни? И вот Махапрабху приводит пример перед Санатаной Гасай, Гасаем. И вот он цитирует шлоку из Скандапураны. Я уже говорил о ней. Нарада говорит перед этим жестоким охотником. О, охотник, это не насилие, которое проявилось в тебе, это в этом нет ничего странного и удивительного, это естественно. Поскольку те, кто заняты в Харибаджане, они никогда не приносят боли другим. Так много примеров я привел вам. И в прежние дни также. И как такое терпение можно ожидать человеке, который не является вайшнавом и не имеет вайшнавских качеств. И в этом главный вопрос. И поэтому, несомненно, что он одобрял ненасилие и не одобрял поедание мяса, рыбы и распитие алкоголя. В старых книгах можно найти это. Обусловленные души, они хотят найти одобрение своим поступкам, чтобы но я не могу спорить с ними, могу привести какие-то аргументы, если у кого-то есть здравый смысл, они увидят и осознают, что я прав, иначе будут спорить, но что с ними делать? Я никогда не одобрял таких этих неправильных действий. И вот как же обрести трансцендентное знание, как спасти себя, в этом главный вопрос. Мы не знаем, что смерть, она ждет нас. Каждый обречен на смерть в любое время. Мы должны думать снова и снова. И тогда вы избавитесь от наслаждений, от склонности к наслаждению.
Пытайтесь обрести сатсангу, общение с вайшнавами. Никто не может спасти вас, кроме чистых гуру вайшнавов. Никакие деньги в банке, никакая власть, образование, ничто не может спасти вас. Вы движимы какой-то неизвестной силой. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, Арджуна говорит перед Кришной, что те дживы, они не хотят совершать какие-то греховные действия, но какая-то сила заставляет, давит на них. Пытайтесь понять эту шлоку из Гиты. Арджуна спрашивает Кришну: «Кришна, сейчас я спрашиваю, почему, что за сила, она заставляет людей совершать какие-то грехи? Я хочу знать». Они не хотят это делать, но вынуждены. А почему и как? Что это за сила? И вот что же это за сила? Бхагаван Шри Кришна отвечает. У Арджун, пойми, что это твои враги, кама, кротха. Это исходит из раджа-гуны и толкает нас в океан страданий. А мы настолько глупы, что не понимаем и идем на поводу у этой раджа-гуны. О, Арджуна, пытайся понять. Твой враг, он внутри твоего тела. Внутри тебя. Ты ищешь врага снаружи, но враг внутри тебя. Пытайся понять, слушай снова и снова. И вот завтра я опять буду говорить дальше. Приведу больше свидетельств в поддержку моей сиддханты. Я никогда не говорил, что все религии одинаковые. Я очень строг. Пытайтесь вспомнить, что вы находитесь под влиянием этой неизвестной силы в форме раджа-гуны, времени, кармы, материальные гуны, они также влияют на вас. Кто же может спасти вас и как же спасти себя? Нет никакого пути, нет никакой альтернативы. Try
пытайтесь понять все это. Nobody can feel bliss, placidity of mind. Nobody, not even Indra. Никто не чувствует подлинной радости, даже Индра. Индра не удовлетворен, недоволен, какое-то недовольство есть в нем. Асар сансар калу дукшарупи бимакаха шутах кашча дханам кашча снехован жалате анишам. Нача Индраса сукам, кинчинна сукам, чакравартинаха, сукам асти бирактасья, муне рекант живинаха. Банча калпатурвасу кепасинду вевача, патитанан пабуне бхавишна, пьо наманам.